Короче, вчера такое было. Воу-воу-воу, девушка, красавица, ты куда спешишь? Давай познакомимся. Красавица! Давай к нам! Чё такая высокомерная? Оу, девушка! Харассмент в нашей ментальности, насилие, вот и вот именно даже вот нарушение вот этих всех норм обсуждается только когда происходит физическая прямая агрессия, то есть пока тебя не изнасиловали, все нормально. Надо было меня позвать, я бы поухаживал за тобой. Мы должны смело и открыто говорить об этой проблеме. Домогательство. Лично об этом ни одна женщина никогда не признается. Но я знаю, что из 100% 99.9 женщин в моем возрасте, допустим, да, и старше, они как минимум хоть раз подвергались домогательствам. Для последующего поколения девочек, девушек, да, мы должны создать условия, чтобы они развивали свои таланты, чтобы они свободно продвигались по карьере, чтобы они понимали, что они не зависят от каких-то прихотей, там, физических каких-то там моральных отклонений, каких-то психосексуальных там чьих-то, да. Чем больше будут информированы девочки, подростки о том, что это есть нарушение их прав, что это есть один из видов насилия, то я думаю, то они, естественно, они, во-первых, будут более уверены говорить нет, они будут способны, скажем, более обращаться за помощью, писать заявление. Красавица!